Этот мужчина поленился дойти до пешеходного перехода всего несколько метров и проскочил дорогу между проезжающими машинами. Говорит, посчитал, что зебры поблизости нет. На этом участке дороги по улице Торговая госавтоинспекторы отмечают наибольшее количество безответственных пешеходов. Ну, смотрите, у нас пешеходный переход в зоне видимости буквально 50-70 метров, он виден вам. Второй пешеход регулируемый со светофором. Посмотрите сюда, пожалуйста. Потом на самом деле, пожалуйста, проходим. Поскольку ранее абаканец не был замечен в подобных правонарушениях, отделался предупреждением. А эта пожилая пара тоже решила сократить путь и перейти дорогу в неположенном месте. Штрафовать пенсионеров сотрудники ГИБДД не стали, но в подробностях рассказали им о возможных последствиях нарушения правил. Во время рейда нашлись и горожане, принявшие решение остановить свой маршрут, завидев правоохранителей и видеокамеру. Возьмите, пожалуйста, листовочку. Здесь описаны правила безопасности, которые необходимо соблюдать пешеходам. Поэтому, пожалуйста, впредь даже не пытайтесь перейти дорогу в неположенном месте, потому что это стоит, может вам стоить здоровья, а также жизни. На улице Торговая довольно часто фиксируются нарушения именно пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу вне положенного места. В основном пешеходы ленятся переходить дорогу, говорят, что им далеко, хотя все, в принципе, делается в соответствии с ГОСТами, и это просто банальная лень. Но просто многие пешеходы, они же не видят того, что видим мы, сотрудники, да, и как люди действительно страдают, переходя дорогу в неположенном месте, какие увечья они получают. Профилактическая акция «Пешеходный переход» продлится на дорогах Абакана до 15 января. Под пристальным вниманием дорожных полицейских и пешеходы, и водители. По информации госавтоинспекции, с начала этого года почти сотня абаканцев уже нарушила правила дорожного движения. Пренебрежением к требованиям отличились и 7 автолюбителей. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.